Всем привет! Сегодня я покажу, что можно сделать эффект рентгена на твоем телефоне с помощью приложения KineMaster. Для создания такого эффекта нам понадобится два телефона. Один, на котором будет у нас гринскрин, и другой, который будет снимать. Заходим в браузер и вбиваем гринскрин. Нам выдается несколько фонов. Выбираем самый зеленый. Скачиваем его на телефон и увеличиваем масштаб. После того, как мы скачали и установили наш зеленый фон, включаем запись на втором смартфоне, снимаем нужные нам кадры и потом закидываем это в KineMaster. Скачиваем нужные нам рентгеновские снимки, в моем случае это рука и череп. Затем открываем KineMaster, создаем проект, ориентация 16:9, заходим в функцию мультимедиа, нажимаем на фото, выбираем опцию с черным фоном и растягиваем по всему таймлайну. Затем заходим в слои, мультимедиа и выбираем наш отснятый видеофрагмент, масштабируем его по размеру кадра. Опять заходим в слои, мультимедиа, фото и выбираем уже наш рентгеновский снимок. Меняем его положение и масштаб так, чтобы подогнать его в нужное нам место. Затем нажимаем на опции слоя и определяем этот слой на задний план. После этого выбираем наш отснятый видеофрагмент, заходим в опцию цветовой ключ, выбираем и настраиваем ключ на цвет нашего хромакея, на зеленый, и все готово. Тут я разделил свое видео, чтобы удалить что-то лишнее. Возможно, вам это не потребуется, я просто отсеял материал, который мне не нужен. И повторяем то же самое делаем мы со вторым снимком. Закидываем его на слой в таймлинии, подгоняем, определяем на задний план, и вот у нас получился готовый результат. Ну вот, сегодня мы узнали, как сделать эффект рентгена на твоем телефоне. Ставь лайк, если было полезно, сохраняй это видео, чтобы не забыть. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующем выпуске. Пока!